15-летняя Пейдж Доерти жила в небольшом городке Клайдбанк, который находится на западе Центральной Шотландии и является частью большого города Глазго. Девочка проживала в дружной и любящей семье с матерью и отчимом. В семье помимо нее воспитывались еще трое детей. 18 марта 2016 года в пятницу Пейдж попросила разрешения у родителей пойти в гости к подруге и переночевать у нее. А утром в субботу уже от подруги она планировала поехать на работу в парикмахерскую. Когда 19 марта в субботу Пейдж не вернулась вечером домой, а ее телефон был недоступен, родители забили тревогу и обратились в полицию. Начались поиски. Выяснилось, что девушка вышла из дома подруги в субботу утром, примерно в 8 часов 10 минут, и должна была сесть на автобус, чтобы поехать на работу, где она работала неполный рабочий день, помощником парикмахера. Автобусная остановка находится всего в нескольких минутах ходьбы от дома подруги, и до парикмахерской, в которой работала девушка, примерно полчаса езды на автобусе с пересадкой в центре Глазго. Но на работе в тот день она так и не появилась. Полиция решила сосредоточить поиски на отрезке пути Пейдж от дома до автобусной остановки. Так как опрос водителей автобусов показал, что они не могли припомнить, чтобы Пейдж садилась в автобус или стояла на остановке, а учитывая тот факт, что в то субботнее утро людей на остановке было немного, то водители могли заметить и запомнить девушку, если бы она там появилась. В понедельник утром 21 марта суперинтендант полиции обратился к местному сообществу Клайдбанка за помощью, чтобы получить информацию о передвижениях Пейдж в период с субботы 19 марта по понедельник 21 марта. В тот же день, примерно в полдень, двумя прохожими было найдено тело девушки в лесистой местности рядом с пешеходной тропой, оживленного маршрута, соединяющего Клайдбанк и Глазго. Тело Пейджи было найдено всего в 2 километрах от автобусной остановки, до которой в тот день она так и не дошла. Позднее, после вскрытия, на теле девушки было зарегистрировано 61 ножевое ранение и еще 85 порезов, многие из них носили оборонительный характер и позволяли предположить, что Пейдж пыталась защищаться, а это значит, что убийца нанес ей как минимум 146 ударов ножом. На следующий день детектив Дункан Слоун, ведущий расследование убийства Пейдж, дал интервью СМИ и вновь попросил помощи общественности. Важную часть расследования каждого убийства составляет взгляд на окружение жертвы, ее семью и друзей, чтобы понять ее образ жизни. «Мне нужны люди, которые знали Пейдж. Возможно, у нее были какие-то проблемы. Скажите мне все, что знаете или слышали. Это может привести меня к мотиву, который поможет понять обстоятельства произошедшего убийства. Говоря с семьей, друзьями и учителями, я могу сказать, что Пейдж была теплым и добрым человеком. У нее было много планов на будущее. Она знала, чего хочет от жизни и как этого добиться. Очень жаль, что этим планам не суждено осуществиться». Пожалуйста, откликнитесь с тех, кто обладает хоть какой-нибудь, как ему кажется, даже незначительной информацией относительно Пейдж. Вы очень поможете в расследовании. В этот же день в полицию позвонила Ши Ахмед, владелец небольшого продовольственного магазина на Флеминг-авеню. Он рассказал, что видел, как Пейдж в субботу примерно в 8 часов 20 минут покупала бутерброд в соседнем магазине «Вкусные деликатесы». «Девушка прошла мимо моего магазина, и я помахал ей. И она помахала мне в ответ. Она была у меня на прошлой неделе и купила рулет, но в эту субботу она пошла в соседний магазин к Джонни и купила бутерброд там». Полиция, опираясь на эту информацию, решила просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых павильонах на Флеминг-авеню. Последний раз Пейдж была замечена на видеозаписи в 8 часов 21 минуту, когда она входила в магазин «Вкусные деликатесы» Джонни Литтема. Из магазина она уже не вышла. Всего через 10 минут после того, как Пейдж вошла в магазин, рельсставни на входной двери были опущены. Полиция задержала 32-летнего Джонни Литтема прямо на рабочем месте в четверг, 24 марта. Детективы провели допрос, в ходе которого Литтем отрицал любую причастность к убийству девушки. Тем временем в магазине и в доме Литтема проходили обыски, а на месте обнаружения тела работали криминалисты. Вскоре в магазине Литтема в его служебном кабинете были обнаружены затертые следы крови. Но основным доказательством его причастности к смерти девушки была запись с камеры видеонаблюдения. Вскоре после того, как Пейдж зашла к нему в магазин, Литтем закрывает свой магазин, бежит в магазин по соседству, а затем возвращается в свой магазин, закрывается в нем примерно на час.
Далее на кадрах видно, как он кладет большую сумку в багажник. Когда был опрошен владелец магазина, в котором он побывал, было подтверждено, что Литом купил перчатки, отбеливатель и пакет для мусора. Детективы, работающие на месте обнаружения тела, также нашли записи видеонаблюдения на рядом стоящей высотке, где видно, как рядом с тропой утром 21 марта, в день обнаружения тела Пейдж, паркуется машина, похожая на машину Литема. Водитель, проделав некие манипуляции у машины и ненадолго отойдя в лес, возвращается, садится в машину и быстро уезжает. Стоит отметить, что тело Пейдж было обнаружено всего в 1,5 километрах от магазина Литема. Под воздействием неопровержимых улик Джон Литем сознался в убийстве Пейдж. По его словам, тем утром Пейдж зашла купить бутерброд на завтрак и заодно поинтересовалась, не нужны ли ему продавцы, так как она искала подработку поближе к дому. Литем попросил ее пройти в служебный кабинет и заполнить анкету, но после того, как узнал возраст девушки, отказался рассматривать ее кандидатуру и сказал, что у него уже есть подходящий человек на эту должность. Тогда, с его слов, Пейдж пригрозила, что если она не получит эту работу, то пойдет в полицию и расскажет, что он ее сексуально домогался. Эти слова вызвали ярость у Литема, так как у него был родственник, у которого были большие проблемы в жизни после того, как он был внесен в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Литем сказал, что не помнит, как наносил удары. После того, как пришел в себя, спрятал тело Пейдж в мешок для мусора, приобретенный в соседнем магазине. Зачистил следы крови в кабинете, потом отвез тело девушки в свой садовый сарай и вернулся на работу. В воскресенье Литем с женой и детьми ездил в соседний город, в парк аттракционов. И только в понедельник отвез тело Пейдж в лес и оставил недалеко от людной тропы, на видном месте. По его словам, он хотел, чтобы девушку нашли как можно быстрее, и семья смогла достойно похоронить ее. В октябре 2016 года состоялся суд. Подобные инциденты очень редки в Шотландии, начала свою речь сторона обвинения. И безвременная смерть Пейдж потрясла сообщество до глубины души, особенно потому, что ответственным за ее смерть оказался обычный человек, без криминального прошлого, без истории психических заболеваний, успешный бизнесмен, любящий муж и отец двух маленьких детей. Поддержка со стороны местного сообщества была высоко оценена, и я надеюсь, что семья Пейдж сможет получить некоторое утешение от результатов судебного разбирательства сегодня. Сторона защиты сделала акцент на состоянии аффекта Литема после слов Пейдж о домогательствах, которые вызвали в памяти Джона события, связанные с близким родственником, который пострадал от подобных обвинений. Суд услышал, как мать Памелы слышит крики дочери в своих ночных кошмарах, а отчим Эндрю впал в депрессию и не может выкинуть из головы ужас, который она, должно быть, испытала. Судья Рэй во время приговора Литему отметила, что убийца совершил дикую и яростную атаку, но она никак не может понять, как, по-видимому, счастливо женатый мужчина, который ведет успешный бизнес, способен на такой ужасный уровень насилия. 12 октября 2016 года, через 7 месяцев после убийства Пейдж Доэрти, Литем был приговорен в высоком суде Глазго к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 27 лет. Однако в феврале 2017 года, после того, как Литем подал апелляцию на решение суда, минимальный срок, после которого возможно условно-досрочное освобождение, был сокращен с 27 до 23 лет. Мать Пейдж, Памела Монро, учредила благотворительный фонд «Обещание Пейдж», чтобы обучать детей самообороне, а также поддерживать семьи, чьи дети стали жертвами убийств.